Тема нашего очередного занятия – столовые. Суп. Суп. Каша. Каша. Котлеты. Котлеты. Макароны. Макароны. Рыба. Рыба. Салат. Салат. Компот. Компот. Кисель. 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 Столовая. Столовая. Колбаса. Колбаса. Сыр дактилем. Сыр. Сметана. Мы ее собираем. Сметана. Творог. 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 Чай. Чай. Кофе. Кофе – очень много жестов. Каждая страна показывает по-своему, каждый город. Кофе – жест один, как коричневый. Помните этот жест? Кофе – два жеста. Горячий. Горячий. Сытный. Сытный. Готовить. В смысле варить. У нас было варить, помните, так? И готовить. Медленно, долго. Медленно, долго можно и долго. Медленно. Долго, долго. Быстро, быстро. Помните морковь? Морковь. Быстро. Теперь, теперь. Напоминает жест сегодня. Сегодня, теперь, сейчас. Потом, потом. После. После. Иногда этот жест говорит «пусть». Три значения. Запомните и запишите потом в словаре. Потом. После. Повторим, пожалуйста. Сыр. Сыр. Колбаса. Колбаса. Чай. Чай. Кофе. Кофе. Показываем артикуляцией кофе. И кофе. Компот. Компот. Кисель. Также показываем ягоду. Кисель. Салат. Салат. Сметана. Сметана. Напоминает жест собирать. Но собирать у нас более объемно. Собирать и сметана. И мы тоже, в общем-то, сметану собираем, если у нас молоко остоявшееся. Сметана. Творог. 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 Котлета. Котлета. Как бы формируем эти котлеты. Котлеты. Сытный. Сытный. Быстро. Быстро. Долго, медленно. Долго. Долго. Медленно. Потом. Потом. Теперь. Теперь. И покажем речевыми жестами словосочетание. Горячий суп.
горячий, суп, теплая каша, теплая каша, холодный чай, холодный чай, невкусный компот, невкусный компот, вкусный салат, вкусный салат, творог свежий, творог свежий, сметана полезная, сметана полезная, рыба соленая, рыба соленая, макароны сытные, макароны сытные, столовая хорошая, столовая хорошая, быстро готовить, быстро готовить, долго ждать, долго, как медленно, долго ждать. Скажите, хозяйка нас покормила сытно. Хозяйка нас покормила сытно. Заводской столовой готовит вкусно. Заводской столовой готовит вкусно. Дети попросили дать им еще компот. Дети попросили дать им еще компот. Дайте тарелку каши и стакан молока. Дайте тарелку каши и стакан молока. Спросите и скажите, какой сегодня суп? Какой сегодня суп? С чем будете есть котлеты? С чем будете есть котлеты? Что у вас есть молочное? Что у вас есть молочное? Как долго ждать кофе? Как долго ждать кофе? Как долго ждать кофе? И, пожалуйста, переведите диалог. Куда пойдем есть? Куда пойдем есть? В нашу столовую. В нашу столовую. Как у вас кормят? Как у вас кормят? Вкусно, сытно и дешево. Вкусно, сытно и дешево. Что можно заказать? Что можно заказать? Выбор достаточный. Выбор, помните жест старый? Выбрать. Выбор достаточный. Например, пойдемте сами посмотрите. Пойдемте сами посмотрите. У меня мало времени. У меня мало времени. Нас накормят быстро, вам понравится. Нас накормят быстро, вам понравится. И задание, пожалуйста. Запишите жесты по теме «Столовая». Повторите их во фразах. Составьте из фраз диалоги и переведите их на жестуны. Спасибо.